На 5 лет в исправительную колонию должны отправиться по решению суда 2 иркутянина. Они признаны виновными в мошенничестве на 14 миллионов рублей. Это деньги жителей нескольких городов страны. Схему обмана злоумышленники построили на воде. Они узнали, что международный потребительский кооператив желает вложить крупную сумму в какое-либо предприятие для извлечения прибыли в дальнейшем. Преступники предложили сотрудничество от лица собственников завода по производству байкальской воды. Даже на само предприятие представителей кооператива сводили. Предварительно они ввели в заблуждение настоящих владельцев компании, представившись потенциальными покупателями производства. Преступники смогли вызвать доверие. В итоге деньги в надежде получить высокие ежемесячные проценты решили вкладывать в завод жителей Иркутска, Усолья-Сибирского, Самары, Томска, Улан-Удэ, Хабаровска, Тюмени, Читы. Все они переводили средства в кооператив. В дальнейшем руководители кооператива перечисляли денежные средства пайщиков, предназначенные в качестве инвестиций в завод, на банковские карты лжепредпринимателей. Злоумышленники тратили деньги на собственные нужды, приобретали товары, услуги, расплачивались по кредитам и долгам. Общий ущерб от их противоправной деятельности превысил 14 миллионов рублей.